Наверное, может быть, кто-то из вас, кто с этим сталкивался, видел какую-то часть этой презентации на другой конференции, но, тем не менее, я решил ее переработать и в этот раз рассказать о тестировании с точки зрения бизнеса. Что вообще вот представители заказчика, вот именно бизнес-овнеры думают о тестировании, что они хотят получить. Для начала, наверное, стоит представиться. Меня зовут Игорь Бондаренко. Я уже больше 10 лет работаю в IT. Наверное, 7-8 лет посвятил тестированию. Сейчас я занимаюсь бизнес-девелопментом в компании. Работаю в основном по e-commerce направлению. Вот. И на некоторых проектах по совместительствам являюсь project-менеджером. И очень часто я стал замечать такую вещь, что команды, которые связаны с разработкой и с тестированием, они не очень понимают основные бизнес-ценности, которые важны заказчику в e-commerce проектах. Вообще название доклада можно сказать, что оно немножко некорректное, потому что особенностей тестирования как таковых в e-commerce нет. Вы не станете использовать другие техники или методологии тестирования. Будет именно другая бизнес-модель, на которую нужно ориентироваться. И первый, собственно, постулат посыла — то, что все в e-commerce — это про деньги. Мы делаем проекты, которые направлены на то, чтобы зарабатывать, получать деньги, удовлетворяя при этом клиентов конечных, которые покупают на этих e-commerce сайтах, в общем, в интернет-магазинах что-то. И мы, получается, должны удовлетворять одновременно потребности двух сторон — конечного клиента и заказчика. Причем их бизнес-ценности иногда интересным образом расходятся. Вот об этом мы сегодня и попытаемся поговорить, как это применимо к тестированию. Первый мой вообще слайд будет посвящен тест-кейсам. Про то, нужны они, не нужны, вообще много споров существует. Я считаю, что в проектах, которые связаны с разработкой интернет-магазинов, интернет-платформ, зачастую можно обходиться вообще без них, используя только чек-листы. Тем не менее, с этим не согласны многие. Вот. Поэтому, если так проанализировать, то, в принципе, конечно, можно покрывать тестами базовый стабильный функционал, как мы все понимаем, такой, как вот страницы магазина. Причем, когда вот если мы говорим про страницу продукта, то мы имеем в виду не конкретный продукт, а вообще темплейт. То есть мы покрываем тестами темплейт, который постоянно чем-то перезаполняется. Особенность e-commerce проектов, с которыми я вообще сталкивался, очень часто происходят редизайны, очень часто происходит смена наполнения магазина. Поэтому привязываться к конкретным деталям в данном случае не совсем правильно. А вот покрыть костяк, вот эту вот основную структуру, очень даже полезно. Что еще можно сделать? Конечно же, поиск. Это базовый функционал, который очень важен, который меняется редко и, наоборот, очень часто еще допиливается, то есть вводятся какие-нибудь подсказки по нескольким введенным буквам. Корзина — это, наверное, наиболее статичный элемент любого e-commerce сайта. Она делается зачастую один раз, и ее базовый функционал не меняется, поэтому его смело можно покрывать тестами. Процесс покупки. Процесс покупки именно на уровне flow. То есть, опять же, берется за основу бизнес-модель того, как у нас конечный клиент должен пройти от процесса, когда он увидел товар, до того, весь процесс от момента, когда он товар увидел, до того момента, когда он его оплатил и получил, собственно, чек об оплате товара. Регистрация пользователя, личный кабинет — это такие вещи, которые, скажем так, тоже очень часто статичны, потому что набор полей, который запрашивается, он зачастую одинаковый, и многие клиенты вообще зачастую используют то, что предоставляется по умолчанию CMS-ками. И, конечно же, это платформоориентированные тесты, о них стоит помнить. То есть если мы работаем с PrestaShop, там будут одни тесты. Если мы работаем с Magento, нужно внимательно относиться к кэшированию. Вот. И, конечно, такие вещи нельзя забывать. И учитывая, что многие из этих тестов довольно сложны, их стоит описывать подробно на уровне именно тест-кейсов, а не чек-листов. Вот. С моей точки зрения, весь остальной функционал с большего, он вполне себе может покрываться чек-листами. Вот. Без детального расписывания это поможет сэкономить, в общем-то, время команды в каждом спринте.
и потратить его на что-то другое. Давайте поговорим о некоторых, скажем так, особенностях, еще спецификах, где нужно очень тщательно смотреть на интернет-магазины. Я начну с самой больной темы — это распродажи. Вообще вот любые распродажи. Вот. То, что рай для покупателя, для людей, которые занимаются поддержкой этого бизнеса, это просто настоящий ад. И все начинается, конечно, с рассылки. Потому что любой уважающий себя интернет-магазин заготавливает тонны e-mail'ов, вот, и начинает подготавливать, вот если взять как пример «Черную пятницу», сначала вас обязательно известят о том, что через месяц «Черная пятница», а потом известят, какие товары будут продаваться, какие скидки есть. Что здесь важно тестировать при организации распродаж? Мы сейчас не будем затрагивать вопрос нагрузочного тестирования, мы к нему перейдем чуть позже. Из таких бизнес-кейсов, что действительно важно клиенту, ему важно, чтобы вот письма, которые получает пользователи, были полностью рабочими. И здесь не всегда достаточно проверить только на каком-нибудь стейджинг-сервере письмо, отправленное, скажем, вашей платформой. Потому что зачастую не очень крупными компаниями используются сторонние сервисы, такие как MailChimp. Вот. И очень часто при переносе темплейтов что-то теряется, какие-то ссылки теряются, или вообще не закрывается какой-то тег, и это письмо превращается во что-то ужасное в финальном варианте, что не всегда приятно видеть клиенту. Да, в общем-то, ему никогда не приятно это видеть. Можно проверить редкие кейсы, которые, вот один из которых мы рассмотрим позже, и провести нагрузочное тестирование. Что у нас относится вот вообще к редким кейсам? Например, практически любая e-commerce-платформа имеет такой функционал, как напоминание о товарах, которые забыты в корзине. Вот. Причем это функционал, который интегрируется, вернее, имплементируется один раз, он считается довольно стабильным, с ним ничего, считается, не произошло. Но обычно косяки находятся именно в тот момент, когда вы готовитесь к распродаже, потому что клиенту очень важно привлечь не только новых пользователей в свой магазин, ему важно вернуть старых покупателей. Это как раз-таки один из примеров писем, которые рассылаются, мол, о, смотри, привет, у тебя тут в корзине лежит товар, обрати внимание, не забудь, и, кстати, у нас через неделю распродажа, купи его со скидкой. Если этот функционал работать не будет, клиент очень обидится. Он может быть у вас минорным, вот, но тем не менее о нем может не помнить вы, о нем может не помнить клиент, но очень важно о таких вещах, в общем-то, не забывать. Как-то напомнить о нем или включить его в какой-то набор регрессионных тестов, которые проводятся в горячие периоды. Почему важно тестировать e-mail темплейты? Вот два простых примера, которые очень часто не работают у реальных клиентов. Первый пример. Один интернет-магазин рассылал письмо, в котором он предлагал стереть один из трех, в общем-то, скретч-панелей и получить какую-то конкретную скидку. В Outlook это не работало от слова совсем. То есть это тестировщики проверили в Google почте, проверили где-то еще. Вроде как все прокатило. Корпоративные клиенты не сделали ни одной покупки, потому что они получили письмо с тремя желтыми кружками, из которого им абсолютно ничего не было понятно. Опять же, таймеры, которые используются в письмах. Распродажа осталась всего лишь 44 часа. Этот таймер может просто быть статичным. Вот. Очень важно при проведении такого тестирования покрывать как можно большее количество платформ, покрывать как можно большее количество почтовых клиентов, проверять все это на мобилках обязательно, потому что половина почты, вот, которую рассылают наши клиенты, по статистике уже читается на мобильных устройствах. Что еще стоит проверить? Конечно же, работу самого механизма предоставления скидок. Скидки, они обычно бывают разными. Вот, скидки бывают там какими-то пакетными, на отдельный товар, на категорию, скидку по промокодам. Каждую из них необходимо протестировать, потому что не факт, что вы будете ее использовать, но если вдруг в последний момент заказчик решит изменить политику проведения распродажи, может стать неприятным сюрпризом невозможность применения скидки на категорию, если вы продвигали отдельные товары. И, конечно же, нужно чистить за собой. Такие интересные кейсы уже случались. Есть ребята, которые специализируются на том, что они в период распродаж как раз-таки ходят по интернет-магазинам и добавляют товары в корзину,
в поле, в которое нужно ввести код ваучера, они вводят тест, тест-дискаунт, что-нибудь подобное. Зачастую это дает им 100% скидки, и они получают товары бесплатно. Вот. И это действительно ваша ответственность перед заказчиком, чистить за собой такие тестовые данные, если вы делаете финальное тестирование в проде. Теперь стоит поговорить про нагрузку немножко. Вообще это довольно сложный вопрос, потому что сейчас все-таки с большего все уже хостится в облаках, масштабируемая архитектура, использование балансировщиков нагрузок. Вот. Тем не менее, зачастую клиент хочет убедиться, что все будет нормально. Как в этом можно убедиться? Ну, во-первых, если у вас уже был опыт какой-нибудь плохой с одним поставщиком услуг, с одним провайдером, хостером, можно попробовать перейти к другому, который обещает больше скалабилити для ваших серверов. Опять же, стоит оценить данные прошлых лет. Если у вашего заказчика в течение 5 лет во время распродажи пиковая посещаемость сайта там 2000 человек в день, не стоит ожидать, что к нему придет 10 миллионов. Вот. И тестировать, в общем-то, стоит в пределах данных, которые уже были получены, на какой-то ожидаемой нагрузке. Но вот если вернуться к облакам, возникает вопрос, нужно ли вообще проводить в этом случае нагрузочное тестирование? Зачастую ответ нет. Потому что, вот говорят, у нас стоит балансировщик нагрузки, который отлично со всем справляется. Вот скажите, кто думает, что нужно провести тест даже при использовании load балансера? Отлично. А что будете тестировать? Какие-нибудь идеи есть? Отлично. Замечательно. И фактически, это хорошее решение, и можно сказать, что все сводится к одному. В общем-то, проверить, действительно ли он обеспечивает правильную работу. Потому что как вообще обычно включается load balancer? Из общения с разными командами администраторов, причем даже известных американских хостеров, они говорят интересные вещи. Говорят, мы используем load average. Такой вот параметр, который меряется в попугаях. То есть мы смотрим, что у вас обычно сайт работает примерно там, с показателем 0,8. 0,8 чего, непонятно, наверное, никому в этом мире, но вот 0,8 — это нормально. Поэтому мы вам поставим, вот, что при достижении этого параметра там, до 1,5 мы включаем дополнительную ноду. Но при этом мы не знаем, насколько хорошо сервер работает с load average 0,9. Мы можем это выяснить только экспериментальным путем. Зачастую все это отдается на откуп третьей стороне. Всегда можно сказать, виноваты не мы, виноваты вот они. Они обещали, ничего не сработало. Но чтобы убедиться в том, как это работает, что это действительно хорошо работает, нужно совсем немного времени. И это действительно очень полезно сделать. И опять же, вытекающие из этого, достаточно важно проверить работу сервера на граничных параметрах включения этого балансировщика. Если после включения второй ноды мы получаем там, нагрузку на одну ноду, допустим, 1,4, вот, а на другой 0,8, половина наших клиентов все равно будет испытывать проблемы с производительностью. Здесь уже, конечно, проблема, которая обычно не решается на стороне разработчика, она именно делегируется поставщику этих услуг. Тем не менее, если это не протестировать, это может стать очень неприятным сюрпризом во время проведения какой-нибудь интересной акции. Что еще очень важно для e-commerce проектов? Вообще, наверное, самая важная вещь — это клиентская производительность. То есть, собственно, скорость отклика сайта, насколько он быстро работает, насколько он хорошо работает. Я не буду погружаться в это сильно. Однажды вот Леша Баранцев уже делал доклад на эту тему. Вот можно его послушать, здесь ссылка. 40 минут он рассказывает, как это делать хорошо и интересно. Я остановлюсь на основных вещах, которые необходимо проверять. В первую очередь это вообще производительность серверов. Этим страдают клиенты, которые используют обычные dedicated сервера. Они ставят какую-то машину у себя в подвале и говорят, все будет работать классно. Что купить? Ты ему смотришь требования для какого-нибудь опенкарта, рекомендуемые, минимальные, передаешь клиенту, ему собирают что-то на $2000 дешевле, он покупает это, оно вроде как-то криво-бедно справляется, и он начинает бомбардировать команду
разработки тем, что очень плохо все работает, все медленно, клиенты жалуются. Знаете ли, time to first byte у нас целых 7 секунд, как с этим жить? Вот. Очень часто, если докопаться до сути, выясняется, что все это работает на условном 386-м. Вот. Это первое, с чего стоит проверить. Как говорят, если у вас погас экран телевизора, проверьте, включен ли он в розетку. Использование CDN. Я не знаю, почему многие, с кем мне доводилось работать, пренебрегают этой практикой. Вообще CDN — это система распределенных кэширующих серверов. То есть вам не нужно иметь какой-то свой сервер кэширования. Вы подписываетесь на сервер, который кэширует ваш сайт, и у него есть сервера в разных регионах. Даже если вы продаете товар в Москве, пользователь из Новой Зеландии будет очень быстро получать кэшированную версию со своего сервера, который находится где-то в регионе Австралии или Новой Зеландии. Проблема, с которой грешат многие фронтенд-разработчики, и не только в e-commerce, это неправильное использование, в общем-то, JavaScript-файлов, которые помещаются в разные места на странице. Они грузятся непонятно в какое время, то есть у вас загрузилось… Вы можете ждать, когда же начнет наконец грузиться ваша страница, а в это время будет отрабатывать 20 абсолютно ненужных скриптов, потому что их не поместили в футер, и до того, как вы получите HTML-контент, вы ждете этой загрузки. Большинство платформ по умолчанию позволяют разработчикам буквально в два клика провести минификацию этих скриптов и, собственно, мержинг их в один файл, который помещается в нужное место на странице и выполняется именно тогда, когда это нужно. Изображение — это больная просто тема для конечного клиента. Зачастую они хотят, чтобы их продукт был показан в максимально выгодном свете. Поэтому они заливают к одному продукту 35 изображений в формате, каждый из которых там по 8 мегабайт, и ждут, что страница будет открываться быстро. Они готовы купить 48 серверов где-нибудь там на AWS, вот, и они считают, что это поможет справиться с нагрузкой. На самом деле нифига не поможет. Вот. Как только система сбросит кэш, все клиенты снова по 5 минут будут сидеть и ждать, пока это произойдет. И зачастую эта проблема не так уж проста для выявления, потому что пока вы не посмотрите суммарный вес страницы, пока вы не обратите внимание, сколько вообще загружается файлов, какой их размер, вот. Может пройти какое-то время, которое вы просто потратите на лишний инвестигейт. Кэширование. Кэширование — это вообще больная тема. Почему? Потому что у любой платформы существует огромное количество кэшей разного уровня. И очень часто проблемой становится штука, которая называется full page cache, которая сохраняет всю страницу и быстренько выплевывает ее клиенту, когда он открывает сайт. При этом какой-нибудь кэш, который работает с блоками, может начать конфликтовать с этим кэшем за какой-нибудь динамический блок. И они начинают менять его содержимое, вот, в зависимости, непонятно вообще от чего. Вот, поэтому работа с кэшем — это очень важный пункт. Нужно убедиться, какие типы кэша включены, в каких местах они используются, и всегда проверить. Большинство CMS позволяет это делать в дебаг-моде. Нет ли пересечения на использование кэшами одних и тех же блоков на фронте. Ну и, конечно же, это работа, вот, грамотная работа с расширениями, экстеншенами, модулями, как их ни назови, это все одно. Это когда есть какой-то магазин готовых решений для какой-то e-commerce платформы. Если клиенту нужно сделать какие-нибудь очень удобные отчеты, вот, по товарам, которые он продал, он просто заходит, покупает, устанавливает в один клик. Какое-то время он им пользуется, потом они перестают ему нравиться, он ставит еще больше модулей, которые, в отличие от установки, выключаются зачастую не так тривиально. И при этом они каждый раз запускаются, они каждый раз расходуют какие-то ресурсы. Вот. Но максимум, который я видел в e-commerce проекте, админка которого открывалась около 7 минут, их было установлено около 900 штук. Просто человек открыл магазин и скачал все бесплатные, на всякий случай, посмотреть, вдруг что-нибудь интересное попалось. Вот. И разработчики как-то особо не обращали на это внимания. Ну, как бы работает, ему нравится, его устраивает. С другой стороны, этот же заказчик потом сменил платформу с Magento на PrestaShop и ушел к другим разработчикам, которые сделали ему все чисто, гладко и аккуратно.
Что еще важно с бизнес-точки зрения при тестировании e-commerce проектов? Это, конечно же, тестирование интеграции. Интеграции с какими-то третьесторонними сервисами. Зачастую какие-нибудь магазины, занимающиеся продажей специфического товара, любят выходить на eBay, на Amazon, и они, их владельцы хотят, чтобы был общий склад, благо это общая система управления товарами. Это же касается интеграции платежных каких-то платформ, модулей, систем. На что здесь важно обращать внимание? Вообще здесь важно работать на упреждение. Если вы интегрируетесь с какой-то известной системой, вот, например, с eBay, у них существует просто тонны документации, которые вы можете получить еще в тот момент, когда ваш заказчик впервые обмолвился, мол, хочу выйти на eBay. Вот, уже стоит посмотреть и подготовиться к каким-то подводным камням, которые заранее будут описаны. Конечно же, согласовать набор тестов, потому что зачастую API сервиса, оно очень большое. Вы будете использовать зачастую 10% его возможностей. Вы не будете использовать все, поэтому не нужно стараться покрыть тестами все, до чего у вас дотянулись руки. Покрывайте то, с чем вы действительно будете работать. Смотрите, насколько согласованы данные, которые ходят по этим каналам между сервисом и вашей платформой. Тестирование на моках — это просто идеальная вещь, которую можно провести, если API уже готов, вы знаете какие-то реквесты, которые должны приходить на определенные запросы. Вот. Нет ничего проще, чем сделать такой тест и откатать на нем процесс собственной интеграции. Опять же, стоит, как я уже говорил, тесты стоит разделять, и зачастую опции подключаются не все сразу, а пакетно. Вот. Поэтому не имеет смысла откладывать все до последнего. И если вы уже начали использовать, например, какую-то авторизацию, ее на дев-серверах, ее надо тестировать сразу. Если после этой авторизации подключится механизм синхронизирования товаров, они никак не будут друг на друга влиять, но при этом, если начать их тестировать одновременно, времени будет банально не хватает на все. Большинство крупных провайдеров, с которыми работают интернет-магазины, позволяют включить так называемое настраиваемое кэширование. Это когда вы один раз обменялись с ними пакетами, вот, они запомнили ваш средний какой-то товар, вашего среднего пользователя, а дальше они эмулируют поведение вашего сайта, исходя из запросов, которые вы ему посылаете, и из данных, которые приходят от тестовой среды. Это бывает очень полезно. И опять же, не забывайте делать тесты на реальных данных. То есть возьмите какую-то версию базы, перелейте ее на стейджинг-сервер, да, и запустите вы синхронизацию с реальными клиентами, которых будет 25 тысяч, а не 25 строчек в текстовом файле, который гоняется во время теста. Здесь действительно могут возникнуть довольно большое количество вопросов. Ну и как я уже говорил в начале, все это про деньги, поэтому очень важно, чтобы такой сайт принимал деньги от клиентов, и при этом не возникало никаких вопросов. Самое интересное, конечно, начинается, если разрабатывать собственную систему биллинга, но про это вообще сложно уложиться, мне кажется, в 40 минут про тестирование собственного биллинга. Поэтому мы поговорим именно про интеграцию с какими-то существующими готовыми платформами. В первую очередь не пренебрегайте тестами в песочнице. В ней можно извращаться как угодно. В ней можно посылать такие формы и виды платежей, которые никогда не переварят продакшн гейтвей. Не постесняйтесь прочитать какую-то информацию в интернете за своего клиента о каких-то редких случаях. Например, какие-нибудь там карточки Discover в United Kingdom, как они вообще будут работать, да, если вам будут платить. Оказывается, как выяснилось недавно одним нашим клиентам, очень много стран выпускают локальные карты, которые не работают за пределами страны. И этим грешит Европа. То есть в той же Франции есть карточка со своим собственным названием, назовем ее, она примерно как Маэстро, то есть такого же самого низкого класса в своей системе. При этом она позволяет совершать платежные операции только с французскими провайдерами. Вот. И клиенты из соседних стран, особенно из Германии, сталкиваются всегда с проблемой, как им получать платежи, потому что у человека эта карта основная, это его зарплатная. Он не хочет идти в банк
и заводить там какую-то визу для того, чтобы платить в каком-то одном интернет-магазине. Он будет искать локальное конкурентное решение. На самом деле есть кейсы, как такие проблемы фиксятся. Платежные системы тоже не хотят терять своих клиентов, не хотят терять комиссию. Вот. Но эти кейсы нетривиальные, их не показывают вам на первой странице документа. Что проверить на продакшн? Проверьте, что система валидации данных действительно работает хорошо. Однажды мы столкнулись с проблемой с PayPal. Мы выключили не все галочки Sandbox, одна где-то осталась. И вот конкретно вот эта карточка, она вполне прокатывала. Ее можно было привязывать, с нее можно было оплачивать. Работала просто идеально. Вот. Хотя, казалось бы, в основных настройках на основной странице все галки перевели. Оказывается, где-то на дополнительной странице есть дополнительные. Переключение тарифных планов, если вы вообще их оказываете. Если у вас есть какие-то там пакетные подписки, какие-нибудь премиум-сервисы, и есть несколько тарифных планов. Особенно вообще косяки происходят в момент перехода с более дорогого на более дешевый. Вот. Зачастую начинает списываться меньше денег, но клиент продолжает оказывать все те же услуги, что в более дорогом плане. Оплата с помощью реального аккаунта. Да, здесь, если ваш клиент там, не дает вам карточку, на которой есть реальные деньги, всегда можно ввести какой-нибудь промокод на 99,9% скидки и оплатить этот рубль со своей карточки, но убедиться, что действительно товар покупается, что данные пришли, вернее, что деньги пришли, что клиент получил правильный ордер, notification, invoice, и что с этим нет никаких проблем. Опять же, интересный кейс связан с возвратом денег, с рефандом. Многие платформы, на которых реализованы интернет-магазины, предпочитают делать рефанд своими средствами. Вот. У них это реализовано по умолчанию. И в этом кроется большая проблема, когда вы подключаете какой-то третисторонний сервис, и выясняется, что данные о возврате просто не приходят на гейтвей этого сервиса. Вот. То есть у вас в системе кажется, что деньги клиенту вернулись, а клиент недоволен. Он выслал вам назад ваш товар, но не получил деньги. В той же Америке это может закончиться довольно серьезными судебными исками. Отзыв платежа клиентам. То есть клиент купил у вас что-то, он говорит, что это был фрауд. Вот. Посмотрите, как с этим будут разбираться те, кого вы подключили. Вот. Какие механизмы они будут задействовать. Что вообще вам придется предоставить им для того, чтобы доказать, что это был не фрауд. Зачастую в параметрах транзакции, которые отправляются платежному гейтвею во время совершения операции, отправляется какой-то набор там, данных, кодов, которые, в общем-то, прописывает разработчик. Зачастую этих данных может быть недостаточно для того, чтобы ваш платеж был trusted. И в таком случае ваш клиент просто теряет деньги, потому что вы отправили слишком мало данных платежному гейтвею. Я понимаю, что я уже немножко не укладываюсь во времени, поэтому я быстро пробегусь по АБ-тестированию. Это то, что любят клиенты, и это то, что нельзя назвать прям полноценным тестированием. Многие прямо сейчас могут сказать, это не тестирование. Тем не менее, это важно. И зачастую нам, как разработчикам, очень важно обеспечить качество этих тестов. Здесь перечислено некоторое количество сервисов, которые можно использовать для проведения тестов. Не знаю почему, многие клиенты говорят, давайте напишем свой. Вот здесь начинаются реальные проблемы. Какие именно? Во-первых, стратегия проведения тестов. Какой процент попадет в какой сегмент? Как мы будем разделять данные, которые им показываем? Клиент сам должен четко это понимать. И никто, кроме вас, ему не сформулирует. Смотрите, что вот эта система работает таким образом. Мы можем сделать так, так и так. Ты согласен? Да. Если он отвечает нет, значит данные этого теста будут нерелевантными, его придется переделывать, скорее всего. Доля аудитории в тесте. Это тоже понятно. Это параметр, с которым всегда можно ошибиться. Опять же, корректное разбиение пользователей на группы. Часто происходит такая ситуация, что в любом магазине есть какой-то набор клиентов, которые приносят основную массу денег. То есть это люди, которые постоянно в нем покупают на какие-то суммы. Эти клиенты могут попасть в одну группу. Вот. То есть 10 таких клиентов попадает в одну группу, а во второй группе таких клиентов оказалось 2. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что больше денег приносит вариант А,
который, в общем-то, если посмотреть на другие показатели, куда менее эффективен, чем вариант B. Поэтому на такие кейсы тоже нужно обращать внимание, когда вы распределяете аудиторию. Нужно фильтровать сотрудников магазинов, QA-отдел. Здесь был один хороший пример, который я подслушал на конференции. Сами мы с этим не сталкивались. Но ребята проводили АБ-тесты для крупного американского ритейлера. У них есть как бы и розничные магазины, у них есть интернет-магазины. И выяснилось, что около 60% покупок совершаются путем звонка оператору колл-центра. Вот. Раздается звонок, оператор совершает покупку и отправляет ее курьеру. Так вот, практически все операторы колл-центра, они не учитывались и попали в фокус-группу, которая дала просто какой-то безумный результат, причем на каком-то даже не B, а на C-варианте, который был как запасной. Ну давайте там и это посмотрим на всякий случай. Автоматизация. Что можно про нее сказать? На самом деле сложная штука для e-commerce, как раз таки из-за того, что у нас люди любят применять автоматизацию на уровне UI, а с этим все сложно. То поменяется дизайн, то у нас изменится дерево категорий, то продукты уедут на другой уровень. Поэтому что вообще стоит автоматизировать, на мой взгляд? Ну, это то, о чем мы говорили, то, на что я рекомендовал писать тест-кейсы. Вот эти стабильные вещи, их вполне себе можно автоматизировать. Да, это в чем проблема? Проблема еще в том, что это будет тратить много времени. Что можно автоматизировать? Да, то, на что можно написать тест-кейсы, и то, на что у вас уходит очень много времени, если сам сценарий не меняется. То есть, допустим, у вас может меняться дизайн чекаута каждую неделю, вот, но его бизнес-логика будет одинаковой, и, скорее всего, набор кнопок никак не изменится. И на этом уровне вполне можно прогонять этот тест хоть каждый день. Вот, он будет выдавать довольно стабильный и показательный результат. Ну и что я хочу сказать в заключение. Мы, как разработчики и особенно тестировщики, со своей стороны ответственны за то, чтобы передать заказчику действительно качественный продукт. И почему это действительно важно в e-commerce? E-commerce платит вам только с тех денег, которые он зарабатывает на продажах. 96% клиентов, которые имеют какие-то проблемы с сервисом, который им оказывают, по данным исследовательского какого-то центра, я даже не помню какого, они не объясняют, почему они уходят к другому поставщику услуг. Они просто это делают и даже не пишут в саппорт. Поэтому чем лучше будет ваш продукт, тем богаче будет ваш клиент и, собственно, вы. В общем-то, на этом у меня все. У кого есть вопросы? Добрый день, Даниил, компания CarPrice. Вы тут рассказывали про e-commerce тестирование, его особенности. Вот такие два вопроса. Проходит ли у вас асепшн-тесты на продакшене? И помогает ли вам аналитика для приоритизации тестирования? Отвечу на это. Первый вопрос, да, у нас тесты на продакшене проходят всегда. Я даже делал на этом акцент, что если вы делаете что-то на продакшене, вы должны быть аккуратными, всегда проверяйте на реальных данных. Это все из реального опыта. То есть мы не ограничиваемся тестированиями на Dev и Stack серверах. Вот. А насчет аналитики в тестировании, ответ на этот вопрос займет очень много времени. И в принципе я рекомендую послушать завтра доклад Егора Васильева, который расскажет как раз-таки про это. Вот. Я курировал этот доклад как член программного комитета и могу сказать, что, в общем-то, вот это релевантные данные. Или можем поговорить уже об этом отдельно. Игорь, спасибо большое за прекрасный доклад. У меня возник такой вопрос. В целом доклад такой, мне показался, заходил с позиции такого технического тестирования, и несколько раз буквально на миллиметр ты подходил к тестированию удобства использования, когда говорил про перформанс тестирования с клиентской стороны, когда про АБ говорил. Насколько вы уделяете внимание тестированию удобства использования? Ведь если кнопка «Купить» красная и находится в правом нижнем углу, то будь трижды производительным и в целом приятным интерфейс, пользователь не купит. Вообще тестирование вот именно
UX у нас делают research группы, вот, то есть мы даем это фактически на аутсорс. Вот. Наша экспертиза в какой-то момент не хватало, вот, и мы не стали ее развивать в этом направлении. Спасибо. Еще вопросы? Ну, раз вопросов нет, подходить в кулуарах. Давайте мы поблагодарим еще раз докладчика.